Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. Сегодня немножко поработаем с фанерой, сделаем полезную самоделочку. Так что присаживайтесь поудобнее, ролик будет небольшим. Вам всем приятного просмотра. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписываемся, ставим, нажимаем на колокольчик, чтобы узнать о следующих видео. Конечно, комментируем, я отвечаю на все комментарии. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Друзья, ну, в принципе, наша самоделочка готова. Сейчас я вам покажу, что это, кто не догадывается. Взял вот простую рейку, ну, там, условная, она, наверное, 50 на 25. Берем один край, берем саморезик, и приблизительно по центру закручиваем. Так, чтобы у нас она ходила. И на любом расстоянии, где нам удобно будет, берем, закручиваем второй квадратик, прикручиваем его. Ребят, ну получилась вот такая вот быстро зажимная струбцинка. Сейчас я примерно продемонстрирую, как это работает. Вот мы вставляем две, ну только вот у меня чем их можно взять и подложить, допустим. Вот так вот. И затягиваем. Всегда можно открутить, переставить и вот затягиваем. То есть получается, палочки у нас уже сидят на месте. А также я сделал быстренько на скорую руку еще парочку штучек. Но здесь уже не стал заморачиваться с фанеры. Сделал просто деревяшки, отпилил в размер. Все, даже сейчас могу продемонстрировать, что можно с ними еще делать. Открутили. Берем даже на тот же самый наш верстак. Берем саморезик. Все это притягиваем. Все, конечно, в разумных пределах. Берем дощечку
и притягиваем саморезиком. Притянули, наша палочка спокойно убирается. Берем теперь и все это зажимаем. Друзья, выяснился небольшой косячок у меня, да, но это все пробами и ошибками. И вот я сразу показываю, чтобы вы понимали. Я сделал практически по центру отверстие и сместил его ближе к краю. Но надо было его ближе вот к этому краю смещать. Должно быть как вот на этой детали. Я сделал, видите, к этому краю ближе и сделал побольше овал. То есть, ну, когда у нас получается, она полностью рабочая, да. Его даже уже вот так видно, что у нас смещение идет и защемление. Ну, сейчас примерно я покажу, как это будет все выглядеть. Вот даже видите, тут получается такой приличный зазор. Но когда мы смещаем, она идет. Вот. Все стоит на месте. Теперь руки свободны. Берем циркулярочку и пилим. То есть, ну вот, также раз отпустили быстренько, все у вас в руке. Ранее показывал, что можно также закрепить на столе. Я думаю, самоделочка получилась у нас удачная. Всем, кто досмотрел данный ролик до конца, огромное спасибо. Кто не подписался, конечно, подписываемся, ставим колокольчик, чтобы узнать о следующих видео. Ну и до новых встреч, друзья. Пока-пока.